Всем привет, с вами SteveProи сегодня покажу вам мод, который добавляет редстоуну Minecraft Pocket Edition. Ну что ж, вот я появился в мире, давайте рассмотрим этот мод. Ну вот он, здесь у нас есть красный блок, который активирует редстоун. Идем дальше. Дальше у нас идет железная дверь, которую мы можем открыть с помощью рычага или красного факела. Вот как видите, дверь открывается, закрывается. Дальше идет у нас репитер, который тоже так же работает. Мы его тоже можем активировать с помощью рычага. Вот как видите, работает и выключается. Дальше идет сам наш красный факел. И также две кнопки, деревянная и каменная. И дальше у нас идут два поршня. Один липкий, один обычный. Вот как видите, липкий поршень тоже работает. Но также мы можем туда к нему поставить блок. Вот как видите, он блок зацепил. Давайте сломаем его и попробуем обычный поршень. Обычный поршень тоже работает. Ну, тогда идем дальше. Вот, есть такой довольно забавный баг. Когда ломаем эту штуку, у нас появляется такой поршень. Ну, когда мы включим рычаг, у нас поршень обратно, так сказать, сработает. Дальше идет у нас лампа. Лампа тоже работает без всяких багов, вылетов. Вот. Ну, дальше у нас идут две новые плитки. Это золотая и железная. Вот так они проработаны, очень качественно. И две еще плитки, деревянная и каменная. Ну, в общем, это главное нововведение. Это две новые плитки. Вот. Ну, что ж сказать, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.